Закуска должна быть легкой, в этом плане икра из сельдерея – просто идеальная закуска. Икра из сельдерея – очень легкая и вкусная закусочка, которую можно подавать как аперитив вместе с какими-нибудь морковными палочками. Мне она нравится именно своей легкостью. Когда закуска такая легкая, у гостей в желудках остается больше места для основных блюд. Кроме того, икра из сельдерея еще и очень полезна, ведь сам по себе сельдерей – это просто кладезь витаминов. Словом, лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Корень сельдерея нужно вымыть и почистить, далее разрезаем его на 6-8 частей и отварить в подсоленной воде до готовности точно так же, как варим картофель. Когда лезвие ножа станет легко входить в сельдерей, значит, готово. Параллельно этому, при помощи блендера в крошку измельчаем чеснок и грецкие орехи. Сливаем воду из кастрюльки с сельдереем, оставляем совсем немножко на дне. При помощи блендера измельчаем сельдерей до состояния мягкого однородного пюре. Смешиваем пюре из сельдерея с измельченными в крошку чесноком и орехами, очень хорошо перемешиваем все ложечкой, пробуем на вкус, если требуется, солим и перчим. Жду ваших лайков и комментариев. Собственно, наша икра из сельдерея готова, в холодильнике. В плотно закрытом контейнере икра может готовиться до 5 дней. Ставим лайк и подписываемся. Необходимые ингредиенты. Корень сельдерея 500 грамм, грецкие орехи 20-30 грамм, чеснок 3 зубчика, оливковое масло 1 столовая ложка, соль по вкусу, количество порций 7-8. Не пропустите самое вкусное. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного дня!